Доброго времени суток всем! Сегодня в обзоре бескаркасные носилки PMN-1. Виробник фирма Акрополіс, місто Львів, Україна. Ну, производитель фирмы Акрополіс, Украина, город Львов. Вот они находятся в таком подсумке, изготовлены из материала нейлон и полиэстер, большей частью нейлон. Нейлон 1680 денье, то есть вот такой довольно-таки крупный. Довольно-таки крупное это плетение, крупная нить. Вот и так выглядит подсумок. Имеет два бегунка. Открывается вот он наполовину. Размеры подсумка. 23 сантиметра на 15, шириной 6 сантиметров. На лицевой стороне нарисован черный крест краской. Медицинский черный крест. На тыльной стороне имеются вот такие стропы моли. Застегивается, он крепится стропами молями путем заворота вот этой шлейки. Вот такие у него, вот такое количество у него строп. Получается, вот одна, вторая, и тут внизу широкая, и поверх еще одна. И заворачивается здесь кусочек, вшитый пластик, чтобы не гнулось. И здесь петелька для удобного вытаскивания. И, соответственно, вот здесь пришита петелька для того, чтобы можно было удобно вытащить. То есть, если кто-то шьет себе снарягу, вот один из таких вариантов, как можно стропы моли, так сказать, контровать. Итак, сами носилки. Носилки имеют вот такой вид. Сейчас я... видеокамеру чуть фокус уберу. Вот такой они вид имеют. В ширину носилки, по моему 56 или 55 сантиметров, в длину носилки 1,50 м. Здесь имеется по бокам три ручки. С этой стороны три ручки и с этой стороны три ручки, и по две ручки в торце. У головы вот такая маркировка крест. Здесь имеется на фастексах, на широких ремнях застежки для того, чтобы пострадавшего или раненого можно было привязать к носилкам. Застегивается это все на фастексы. Конец ремня имеет красную окантовку. И все это утягивается. С обратной стороны, то есть с обратной стороны эти шлейки прошиты целиком, что увеличивает надежность при переноске, то есть ручки не должны отрываться. Ручки довольно-таки длинные или широкие, то есть для любой руки, там в рукавицах, в перчатках и все. Вот такие носилки тактические. Большое спасибо за внимание. Всем пока!